Меня зовут Николай Александрович Ручец, я директор учебного центра «Робовита». Очень рад, что нашему учебному центру «Робовита» удалось создать в нашем городе еще одно место, где жители города Витебска и особенно дети смогут научиться чему-нибудь полезному под руководством опытных наставников, педагогов и профессионалов своего дела. Меня зовут Ольга Землякова, я автор и руководитель проекта кулинарной школы номер 1 в Витебске. В нашей школе уже 2 года, и мы рады пригласить на занятия мальчишек и девчонок в возрасте от 6 лет до 17, а также взрослых на интереснейшие занятия по кулинарии. Хочу сказать, что кулинария – это не просто наука, это уже искусство, и мы рады этим искусством поделиться со всеми вами. Ждем вас в гости. Знаете, что мы сегодня готовим? Рыбку. Мы готовим сегодня горбушу, филе горбуши, с грибами под сыром и творожные пончики. Горбуши с шампиньонами под сыром с майонезом, отварили картофель, украсили это овощами и приготовили творожные пончики, подали их сахарной пудрой. Теперь желаем друг дружке приятного аппетита. 3, 4. Приятного аппетита! Все, супер. Ну что, ребята, вам нравится, что вы сегодня сделали? Я как специалист хочу сказать вам, что у вас сегодня работа достойная уровня повара 4-го разряда, даже не 3-го, поскольку по всем органолептическим качествам, да, блюдо соответствует технологии приготовления, то есть вы большие молодцы. Посмотрите, какие у вас замечательные пончики, все красивые, без трещинок, а рыбка с ровной замечательной корочкой. И картофель, что очень важно, сохранил свою форму, хотя он совсем еще молодой. Молодцы, супер! Thank you.